Всем привет! Леночка, у вас? Сегодня такой ленивый день, что ничего ты совершенно не делала. Сейчас я провалялась полдня. Максим там, конечно, ковыряется в... Я не могла иначе. На участке. Я, кстати, смотрю, уже мелодрамы начались, у меня все пересмотрела. Кстати, подскажите, что можно еще посмотреть, потому что уже со скуки начала такую ересь смотреть, что ж самой стыдно. Вот, сейчас просто варю супчик, собаке кашу, смотрю сериальчик и навожу порядочки. Вот, кстати, давайте покажу вам. Вот Максима стаканчик с помидорками. Ну, а мой выглядит вот так вот. Крошечный еще совсем. А это Максима. А это еще один. Почему-то только вот с этой стороны вылез, высоты нету. Вот так вот. Ну, огурцов еще вообще и подавно нету. Я только вчера их посеяла. Вот такие вот дела с моими помидорами. Погода сегодня теплая, но к вечеру, как всегда, похолодало. Расскажите мне, как вы там живете по ту сторону? Каждый у себя дома или уже не придерживаетесь карантина? Я вообще не выхожу. Вообще, вот сейчас вот хочу калитку открыть, глянуть, что там за калиткой. И вам показать. Вот Зефир вышел со мной вместе. Ну, машин нету. Нет, ну они ездят, конечно, просто сейчас не попало. Магазин с автозапчастями вон возле нас закрыт. Не работает. Ну что, хоть одна машинка проедет. Ну, там слышны звуки машин. Там, походу, где-то ездят. А у нас вот так вот. Там вдалеке кто-то едет, только одна машина. Все цветет, все пахнет. Все красивенько. Зефир, пойдем домой? Пойдем. Зефир, пойдем домой? Пойдем домой. Давай. Побежали домой. Давай, вперед меня. Вот так вот. Умница. Пошли. Давай. Ну, заходи быстрее. Что ты мне замедлился? Молодец. Вот такой у меня умный кот. Нарциссики еще цветут. Я думала, они уже давно должны завять. Но они еще цветут. Красивенькие такие. Так что от безделия мучаемся. Ну, сегодня реально так не хотелось вообще ничего делать. Прям так настроение просто отдыхать, бездельничать, валяться на диване, что я, в принципе, сегодня целый день и делала. Опа! Это кто-то на участке чай себе наливал или что? А что тут чайник делает? А, ты проверял, есть электричество или нет? Переноски. А вот та переноска плохая. Ой, ты сейчас такое ощущение, что из-за куста такая одна голова, как будто ты в платьюшке. Какая плохая переноска? Ну вот там, видишь, которая откинута. А. Ясно. Ой, пахнет так скошенной травой. Пахнет. Ой, да ты тут уже принюхался. Мне скошенной травкой пахнет. Класс. Порядочек. Супер. Эх, пошла я бездельничать дальше. А вы здесь совестная. Занимаетесь. Совестно. Ну что, мне нельзя хоть разочек побездельничать? Можно. Ну вот, пошла я разочек бездельничать. Валяется, играет телефон. Кирюха играет компьютер. Геймится сегодня, расслабляются пацаны.
Ну, а я здесь... На кухне хозяйничаю, там машинка стиральная работает, здесь посудомойка работает, запустила, закинула посуду. Ну и тут варится у меня. В общем, занимаемся делами, ну, смотрю. Не забудьте, напишите мне, что можно посмотреть, потому что от скуки уже умираю. Хотелось бы посмотреть что-то интересненькое. Запасы наши подходят уже скоро к концу. Картошки вот немножко осталось. Молока только 2 литра осталось. Тоже начали. Тут сгущенка есть, горошка одна банка. В общем, потихонечку запас наш заканчивается. Вот. Нужно будет ехать в магазин. И вода, кстати, тоже вон в бутылке. Заканчивается последняя бутылка. Там две пустых уже стоят. У него и спроси. Любовь в курсе, что у него взрослый сын. Ты для него сделала все, что могла. Даже больше, чем он, да? Даже больше, чем он того заслуживает. Кофеечек буду пить, кофеечек. Максим тоже. Что ты делаешь? Пытаюсь починить то, что уже умело. Просто поломалась. Ну, она изначально разогнулась. Это я сейчас уже подогнула, так она вот так вообще была. Уже все, металл устал. Я потом начал сгинать, естественно, металл типа каленый. Она вот этот кусочек лопнула. Я заварил, подогнал полностью, чтобы все сюда заходило. Ну, чтобы этой щели не было. Пошел одну ветку, отрезал, она опять отогнулась. Отлично. То есть сейчас хочу наварить вот этот участок, наварить, заточить, чтобы оно заходило за нож, ну, за этот самый. Ага. Просто наварить металл. Угу. Сегодня решили... Чуть-чуть облагородить клумбочку, добавить туда цветочков. Вот. Вот этот вот цветочек мы пересадили. Вот от этого цветка она дала детку. Мы вот тут она была, мы ее выкопали. И вот сюда вот пересадили. Сейчас Максим, как это, перегной называется или как? А? Земля это перегной. Да, ну с компостной кучи взял. Вот. Потом вот еще целая куча, мы с другого места там. Не видно. Максим повыкапывал растения, тоже цветы. Вот я примулу прикопала. Вот она одна. Вот она вторая примула.
Вот. Сейчас хотим еще вот эти вот, тут целая куча. Вот красивый какой. Вот этот пересадим. Ну, тут много всего. Что, вот земля воздушная, воздушная? Ну да. Приятная, да? Как ну, приятная, знаю, что это отходы ну, производства, все равно, как говорится. Как пух, скажем так. Мусор есть, конечно. Но в целом, да, мягко очень. Вот. Так что сегодня занимаемся клумбочкой. Камушек отошел, надо поставить на место. Здесь туя была, поэтому и яма образовалась. Да, тут была туя, она засохла. И вот засохшая стояла. Мы же ее выкопали. А вот он такой же, как я принес оттуда. Да, только он, видишь, что? Без белых прожилин. А там с белыми. Вот. Вот. Так что занимаемся клумбочкой вот этой вот. Ага. Ой, надо еще мазь. Глубже надо. Ну переверни его. Так... Или землю под эту. Ну, подбей землю снизу. Ой. Вот и все. И еще выше его надо. Он в яме. Отойди сама, посмотри. Вот так вот сажается, Максим. Вот по белое. Белое это должно быть в земле. Ну, копни еще. Убери его в сторонку аккуратно и копни. Ты же там корни от дерева самого. Вот залетел опыт. Корень от дерева. Да, вижу. Вернее, чувствую. Там еще что-то. Ну вот, косанули корень. Все, сажай. Страшно. Вон руками вот твою выгреби землю, там на пару сантиметров ниже сядет. Все, засыпай. А этот хотел рядом. Два разных рядом не надо. О, роскошь приехала. Трин-дырин-дырин-дырин-дырин. Прибыла полку. Прибыла. Кости. А мы откопали. Бери его, грузи, тоже повезем, мы уже будем катать просто туда, куда надо, отвезем. Дай. Остальное не будешь? А? На, рули. Забрать, Зефир, ты кроту там это, дела делаешь. Правильно, нагать ему туда. Вот сюда уголок. Ага. Ну все, пока больше не поместится, остальное помнется. Ходи. Ой, бедные цветочки на деревьях. Смотри, ай, его ударил.
Вот сюда вот? Наверное, вот сюда можно. Хорошо. Все, давай, копай. Копает, что ли? Копает. Так, будет дорожка. Туда? Ну да, вот так вот, чтобы они все примерно в одном месте были. Одну ямку? Ну да, одну ямку. Поближе надо к себе копай, Максим, чуть-чуть. То уходишь от центра. Да, вот здесь. Угу. Блин, ветер. Наверное, видео не получится, если честно, с таким звуком. Был один червяк, стало 10. Садист, блин, червяков множишь. Много, не мало. Все, хватит, нормально. Да вот так пачка их вместе с этим куском земли. А глубина ж. Вот тут вот глубина нормальная будет. Вот эти закопаешь вообще. Ничего, они вылезут. Не переживай. Видишь, у них луковички, как у чеснока. Пучком прям, убери пучком да прям. Я так и хочу. Ага. Сейчас их просто выравниваю. Вроде ровно лежали. Чуть-чуть нет. Приживутся. Конечно. Блин, здесь столько этой травы. Да копай вместе с травой. Помрет. Без солнца, что она делать будет? Трава. Вот тут я порубал вроде бы. Вот мелкая. Вот тоже мелкий. Звезда интернета. Ага. Парадокс, да? Как только камера включается, зефир вот он, блин. Ну, прикол вот так вот отойдет в сторонку и спиной к нам садится. Защищает охранник. Ага, охранник. Ну, в принципе, все. Готово? Да. Давай вторую. Комочек. Комочек не забудь, как Маша сказала. Ну, замечательно. Да. Ну, чего мне сюда подсунуть? Земли-то не дал. Поленился. Отбираю лопаты. А вот еще, смотри, какие красивые. Ну да. Капусточка. Капусточка? Ну, напоминает цветную капусту. Ну, или как салат такой есть, точно, салат. Ну, это не салат, это цветок. Ну, трава такая, скорее всего, декоративная. Она красивая. А теперь за шлангом. И не надо за шлангом, я лучше в ведерке, там тепленькая вода. На. Вот ведерко.
Все, все, все. Холёная вода. Грунтовая. Вот, выбираем сейчас вот такой уровень. Завтра будет опять полнее. Ой. Что там? Пробка. Ну, потом на землю вылезь, земли поднимешь. Сейчас перчатки намочишь. Давай. Ой, вот этот забыли, Зай. А вот тут. Вот этого студента. Надо заливать вообще-то. А то, что ты там полила, так он то. Надо залить и пролить прям. Там земля влажная, мы так надо пролить, чтобы она осела до корней. Сейчас пустота между корнями. Там прекрасно, поверь мне. А вот, тут у нас куча еще осталось. Раз, два, три, четыре. Да прям в него лей. А вот, думаю, где пробка. Куда делась? Да, я помашу, что-то не забыли. А на лопатку положу. Групп. Ну, по чуть-чуть семена сейчас уйдут. Чё? По чуть-чуть. Я цветы поливаю. Давайте наберу. Спасибо.
И камеру надо такую, чтобы на бошку еще можно было цеплять. Да. Было бы тоже классно. Заливай ее прям конкретно, залей. А нельзя, чтобы верхний слой пересыхал. А он у нас пересыхает. Я же говорю, ее надо либо агроспамом закрыть, или замульчировать травой. Вокруг все. И вообще пересадить. И непонятно, где что растет. В этом году заниматься этим не будем. Нормально все будет. Я тебе говорю, нельзя сейчас. Она сейчас уже в цвет пошла. Нельзя. Да где она в цвет пошла? Еще нету нельзя. Ни одного цветочка. Не хочешь клубники? Давай, пожалуйста. Би-би-би-би-би. Мы все сделаем. Давай лучше еще ведро принесу. Давай. Еще прольешь, выливай. Опять. Звезда, ты с нами? Оп, сел. Ой, все на ногу полил. Ну все, теперь вырастет. Вот, смотри, вот уже цветочки, ягодки. Вот, видишь цветочки? Кто? Вот цветочки будущие. Видишь? Вижу. Вот. Так что уже скоро будет клубничка. Где? Вот. Видишь? Звездочка вот она. Это, по-моему, новые листья. А, нет, звездочка? Это звездочка, это будут цветочки. Все. Пошли. Зефир, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас надо забрать. Стремяне. Да. Так, а здесь хочу камушками здесь обложить надо. О, держи, стой. Я этот кусок земли. Ной. Обалдеть. О, друг. Ну зачем ты его трогаешь? Пусть он там и будет. Друг. Все, на, я сейчас камушками обложу. Тоже копает. Примерно. Да, все. Все, на показуху это не делает. На показуху не, да? Да вырви его. Тюльпан. А, это тюльпан? Тюльпан. Пусть отцветет сначала. Мне кажется, ничего там всего не будет. Нет, наверное, большой сюда запихну. Ага. Вон. Это кирпич. Я не хочу кирпич. У нас нормальные камни есть. Лови! Опа.
еще давай. Ай, бумаги, зараза. Блин, ты аккуратно. Кругленькие есть, а кругленькие интересные. Дугучку надо разобрать. А? Дугучку надо разобрать. Ну таких же камней тут тоже круглые. Такие камушки у нас. О! Стоунхендж. Да не, они сюда не идут. Большой, большой ложи. Разве? Ну ладно. Ну хотя лучше сюда все маленькие, потому что оно ж пока там что. Есть еще маленькие? Ну а тут, наверное, ж есть еще. Размера? Дурачок в действии. Какой цветок? Какой цветок? Розу каменную? Это не роза каменная. А где его выкопал? Ну вот здесь вот, вот торчал. Я думаю, что за корень? Там ну закопай, он даст вот отсюда корни. Ну так мы закопаем. Вон, видишь, у него торчат волоски. Угу. Ну давай, хорошо. Он сейчас даст корни. Положи. Только его в такую рыхлую землю, и все, и нормально будет. Вот кругленький. Кругленький. Как тюльпан. А вместо того большого вот этот маленький. Угу. О, нормально. А тут большой убирай. Не туда мелких. Туда, в кучку его, ага, в ту сторону. Уже пока она даст вот эти стрелки, она маленькая еще будет стоять. Ложи, ложи, пусть будет. Да ложи, пусть будет. Вон, вот тут я тебе говорил. Вон лежит плоский. Вот этот? Да. Ну и что, тут возят? Вместо вот этих двух вместо положи двух. Вот тут. Давай. Можно маленький обратно положить. Не, нормально, все, ничего не надо. Не надо. Все. Все, отлично. Давай ко мне. На, вот этот прикапывай, можешь его окружить вообще маленькими. А где совсем маленький? Ну я сейчас найду, ты возьми маленькую лопатку, вон она, или как раз пробку забери. Может там же его прикопать? Я что-то сразу ковшиком его. Ковшиком его, правильно, мочи. Вот, кстати, наоборот, убери всю землю, а вот эту туда добавь. Да все, уже я не буду. Ну, а сверху что? Толк? Да наоборот, оно сейчас прольется, нормально все будет. Ну, ладно. Ой. Все, отлично. Где? Что, ковшик? Не знаю, где его, да. Дров, вот оно. Наш папа кайфует после рабочего дня. Вот. У него финики. И водичка. И водичка. И смотрит какую-то киношку. Сейчас тоже села отдыхать, телек смотрю с Максимом фильм, попиваю чаек, вот такой вот, ой, у меня кружка, вот моя любимая кружка, треснула, надо новенькую купить, это моя любимая, мне жалко ее вообще, с вот такими печеньками, сижу отдыхаю и телек смотрю.
У нас, кстати, часы остановились. Надо батарейку купить, вставить. А в магазин сейчас не пойдешь, ничего не купишь. Вот поэтому мы сейчас с замершими часами время не наблюдаем. На улице темно уже.